Привет всем, друзья мои! Снова с вами я, Светлана Ата. Сегодня мы продолжаем знакомство в Мерсино. И я хочу вам показать, как выглядит наш Carrefour. Это частый такой магазин, коммерческий, негосударственный. И я вам его покажу. Тем более, тут очень много чего интересного перед праздником. Много сладостей, которых каждый день не увидишь в Carrefour. Только перед сладким байрамом. И вот, посмотрите, как я похудела. Это платье было на мне в обтяжку год назад. Так что смотрите видео с моим, о моей диете и худейте вместе со мной. А дальше мы продолжим. Смотрите меня. И сразу нас, посмотрите, встречают столько сладостей. Эти сладости только, друзья мои, перед праздником Байрамом. Другие дни и время вы их не увидите. После праздника они резко через 3-4 дня исчезают из прилавков. Вот это самое, что я люблю в этом месте, потому что иногда так хочется покушать сладкого. И цены такие, посмотрите. Здесь желе очень вкусное. Были когда? Не, я с моды. А, он все кис. Вот эти все желеобразные конфетки, они 18 теле. А есть и по 5, и по 9. Покажу вам сладости. Все разнообразие. Цены. Афидерсон. И все по 18 лир. Так, а здесь лакум. Пожалуйста, цены 49, тоже вкусно. Так, а это 12,95. Мне нравится очень Carrefour, посмотрите. Здесь так, а здесь прям готовят чай-кофте 12,95. Очень все интересно. Как делают. Дают попробовать. Так, вот так выглядит он. Мой муж пошел к рыбному отделу. Мы хотим сегодня на ужин рыбку, захотелось нам. Кюмюш алдын? Маржан. Вот такие цены. Самое дешевое у них вот это вот Кардалье. Саврида. Так, а дальше что? Так, вот мясо. Почем мясо? Смотрите, цены на мясо 44. Такая вырезка 46 с косточками 48. Здесь все для природы, для мангала. Ой, сегодня скидка, посмотрите, 8,90, 130 яичек. Супер цена. Дверный отдел такой все. А это манты.
со скидкой 18. Ла-ла-ла. Смотрите, какое разнообразие яичек. Здесь прямо сосиски, колбасы, вот такой все. Сыр и маслины. А маслины я научилась делать сама. Вот когда придет время, я вам покажу. А это какие-то интересные. Сыр на какой хочешь вкус. Алсен. Ханги. Очень большой кар. Вот чай для похудения. Какую цену? 10 лир. Цены прибавились, люди. И вот это Нескафе я люблю. Оно тоже 37. Очень красивый. Мед на мед не годится. Нутелла для детей. Я как-то к сладостям очень люблю малину. Я как-то, знаете, что хотела, мужу говорю, давай, говорю, купим 5 кило клубники, я варенье сделаю. Он на меня посмотрел, засмеялся, говорит, когда ты захочешь это клубничное варенье? Я тебе 3 литра куплю готового. Так что здесь женщины, домохозяйки не заморачиваются с этим вареньем, а покупают. А я вот все привыкла оттуда, хозяюшка. Все сама. Что это такое? Что-то новое. Интересно, что это? Непонятно что. Без очков не вижу, вы представляете? Вы слышали, как охранник из супермаркета подошел ко мне и приказал мне отключить камеру? Ну а я сделала вид, что я выключила камеру, а сама, как папарацци и как партизанка, продолжала все снимать скрытой камерой. Смотрите сами. Друзья мои, вы представляете, я поснимала, и пока мне подошла охрана и сказали, что нельзя у нас снимать, выключите камеру. А я еще успела для вас скрытной камерой там кое-что показать, так что смотрите, какая хитрая. Пока, до встречи. А потом еще что-нибудь покажу вам также. Мои хорошие, и мы идем в Турин. Магазин, где продаются хлебобулочные изделия. Надеюсь, мне здесь не запретят показывать такие сладости на улице.
Здравствуйте, отсюда вас слышу. Такие они злые, запретили мне снимать. Такие тортики. Красивый тортик. Сердечко. Это печеницы. Смотрите. А это турецкий хлеб. А это наш двор. Я, знаете, что хочу посмотреть сейчас? Дуд есть или нет? Меня вот сторожи очень любят, кто здесь вот. Они мне все время цветочки дают расти. Посмотрите, ребята, у меня тоже такой на балконе. Какое интересное дерево, а? Карликовое дерево напоминает. Я вам покажу его. Ой, мне так нравятся розы. Хочу розы. А ну сейчас посмотрю мое дерево. Остался тут или нет? Ой, уже не майны. Все, сезон закончился. Так, а это вот задний ход. Там парк. Там парк. Так, моя хорошая, я хочу показать, что мы купили. Такие сладости. Вы видели карпели. Такие сладости. Луком попробуем сейчас. Вот именно сладости продаются только в праздник Байрам. А это вот такой вот. Белый. Или розовый он. Также вот мы купили и белый лукум. Но это так, потом мы еще попозже еще докупим. Взяли вот таких вот конфеток. Я люблю очень желе. На родине там, конечно, украинцы. Вот они такие конфеточки. Тоже их уважаю. Так, взяла я такое себе кофе из кафе. Легкая немножко. Это специальное такое молочко, чтобы разбавлять это Нескафе. И сегодня я решила попробовать, смотрите, масло такое кукурузное. Мне очень оно нравится. Цена его 8 лир, 1 литр. И его очень вкусно добавлять в салаты. Вот такое мессир карпа. Так, ну это кукурузная мука. Мы как раз вот взяли рыбку. Рыбку такую взяли. И сейчас я ее буду жарить. Так, эта рыбка сколько стоит? Сейчас я вам скажу. Килограмм. Сколько? Вы знаете, я уже вообще... 22,17. Тут 800 грамм. Мирланка. 22,17. Вот я пожарю. Вот. Использую такую кукурузную муку. Так. А еще вот я купила такой вот. Мы купили такой сыр. Здесь кило 700. Половина жирный. Написано. Ну, не пробовала никогда, но моя залука покупала и говорит, очень вкусный, попробую. И вот такой вот на завтрак. Сыр тоже. 12 лир, кажется.
жирный, написано, из говядины. И вот такие вафельки. Знаете, они напоминают украинские вафельки. Полкило здесь. Сколько они стоят? 5 лир. Полкило 5 лир. Так, ну, яйца. Яйца здесь дешевые. По 10 лир. 30 штук. И вот такое средство я взяла для чистки плит. Даже где вот я, там очень хорошо очищает. Побрызгаешь и через 5 минут сковородки, там противни. Очень хорошее оказывает действие. Вообще не надо прилагать потом никаких усилий, чтобы почистить. Такое же я купила. Оно стоит под 13 лир, грубо говоря. Для чистки душевых раковин, унитаза, умывальника и так далее. Ну вот и все вроде бы. Такой короткий обзор, что мы купили. Друзья мои, обязательно посмотрите видео до конца. А если вы посмотрели до конца, то я хочу вам сказать огромное спасибо. А вот рыбка жарится. Сегодня на ужин у нас рыбка. Приятного аппетита всем! Под рыбу вот такой салат из Рокки.